Вложу сейчас. А? Вложу. Вы все так воодушевлены, вы прежде чем докладывать, подумайте, сколько стоит это все будет. Есть, прошли экспертизу. А? Прошли экспертизу. Есть? Ценовую, да, все. Понятно. Ну и что у вас получается? Расскажите. Здание, соответственно, можно установить. Составляет она площадь 2500 квадратных метров. Часть конструкции разбирается, конкретно вот это вот участок усиливается фундаментом. На сегодняшний момент здесь между первым и вторым, и третьим уже перекрытие железобетонное сделано, было усиление. Стоимость восстановления этого здания, без учета его отделки, с восстановлением фасад, двух фасадов с двух сторон, полностью укрепление фундамента, замена кровли и закрытие всего контура, составляет 120 миллионов без НДС, 144 миллиона с НДС. Получается, что стоимость квадратного метра с учетом 2500-34 квадратных метра составляет 56 тысяч рублей квадратный метр. Но это без отделки? Это без отделки. А с отделкой сколько будет? Вот, на отделку здесь стоимость будет зависеть от приспособления этого здания, в зависимости, кто будет в нем находиться, соответственно, какие будут актовые залы. Понятно, но диапазон какой-то, вы же как человек профессиональный в этой сфере, можете вот до... Диапазон этой отделки будет составлять порядка 70 метров. А если на метр это? 2,5. 1030. Получается. Да, получается порядка 20 тысяч квадратных метров. В сумме тогда у нас с вами получится 80 тысяч квадратных метров. А сколько у нас стоит новое строительство? Новое строительство у нас, здание образовательных учреждений, стоит от 36 до 45 тысяч квадратных метров. То есть, иными словами, стоимость восстановления этого здания нам обойдется в два раза дороже. Два раза дороже. Зависит от того, какое... Офицер, вот мне бы хотелось, чтобы мы профессионально поговорили по стоимости, исходя из того, какие коэффициенты были использованы. Укрепление – это не возведение нового здания. И здесь, когда мы говорим о реставрации, здесь нет тех, вот во всяком случае отсюда, смотрю, может быть, вот журналисты высмотрели, элементов, которые надо кисточкой вот так вот брать и обрабатывать. Ну что делать? Если мы собираемся кого-то обогащать, так скажите, у нас с вами 23 объекта вошло в подготовку проектной документации из памятников историко-культурного наследия. Мы никогда их не восстановим, потому что при таких расценках они все будут стоить у нас как минимум 2-3 раза дороже, чем если новые здания будут строить. Новое здание – это новый фундамент, это новые стены, это кладка новая и так далее. Ведь вот эта часть, здесь вот нам не нужно никаких новых кладок и стен. Да, вот здесь это крыло нужно будет вновь восстанавливать. Фундамент укреплять, но это в любом случае не затраты по возведению фундамента целиком. Поэтому мне дайте, пожалуйста, коэффициенты, которые вы использовали для расчета. Вот, Валерий Васильевич, я вам говорю.